Ну что ж, наш первый тур совместно с Ильей Вербухом и его командой подходит к концу. Наши города на этом закончились. Я безумно счастлив побывать в этом кругу, выступать в этих городах, видеть столько счастливых лиц, громких аплодисментов. Но нам пора немного отдохнуть и начать уже готовиться к сезону, потому что он будет сложным и далеко не простым. Спасибо всем огромное. Скоро с вами увидимся. Я напоминаю, что весной было снято очень много материала от нашей официальной команды Team Kagannovskaya Antilopes. И ждите разные интервью, фотки и так далее. В общем, вам не придется скучать, мы подготовились к лету. Я думаю, что нам есть чем вас порадовать. Не болейте, будьте счастливы. Я и голову держу, чтобы не падал. Курсовая практически на 40 страниц готова. Мои пальцы сказали мне пока. И мой мозг тоже. Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада. Что я могу сказать? Это было тяжело, особенно предыдущие три города. Это, конечно, была полная жесть, но мы справились, не без эксцессов, но нормально. В общем, спасибо за поддержку. Мы еле-еле живые, отправляемся в аэропорт. Сегодня ночью я буду спать в своей кроватке, вы представляете? Это такая удача. Жить надо так, чтобы сон в своей кровати оказался чудом. Я считаю. В общем, мы молодцы. Вы молодцы, вы классные. Спасибо, что приходите, что болеете. Вот. А мы отдыхать. До новых встреч. Наши сборы подошли к концу, и мы улетаем. Всем спасибо, все молодцы. Ждите влог. Пока-пока. Ждите влог. И скоро увидимся. Скоро контент. Скоро следующие сборы.
А пока быстро. А пока быстро решать дидочки. Мы пришли на самую туристическую улицу в Сеуле. Вот тут вот продают рыбу Орео в коллаборации с Blackpink, вы представляете? Очень много людей там, тут. Даже есть одежда для собак. Вот. Тут вот что-то такое интересненькое. Игрушки. Игрушки. Вон что-то. А, это креветки. Находимся на 117 этаже. Там спортивный комплекс. Я была фанаткой и подарила вот эту милую-милую подушку. Спасибо большое. Мы пришли в уродливую галерею. Так называемую. Это и не я придумала. И не знаю, для меня это немного странно, наверное, выглядит. Но вот, очень так... Но интересно довольно-таки. И также есть на улице. Вот, например, это с Мишкой. Мы приехали кататься на катере. Ну как, да, мы сидим на полу, но зато... Ребята, всем привет! Мы сегодня были в музее антропологии и сейчас зашли в Starbucks попить воды, потому что безумно устали и мучаемся от жажды. Интересный факт, что здесь не продается вода, нам налили просто воду в стаканчике со льдом. Да ведь не продавалась никакая вода. Вот. Не знаю, с чем это связано, но... А ты себе взял что-то попить? Ну так. Ну хоть так налили воды, и то хорошо. Смотрите, что! Я приняли попить воды!